Ребята, вот я подхожу к гостинице «Баллада». У нас там вон стоят первые люди. Сегодня постараюсь заснять вам подробнее, как происходит процесс подачи. Расскажу вам про него. Напоминаю, мы встречаемся вот здесь, вот на ресепшене гостиницы «Баллада». Вот так вот выглядит с обратной стороны здания. Вот здесь стройка, можно по ней ориентироваться, кто будет приезжать в ближайшее время. От центра это получается прямо вот там. Ну, мы вам скинем адрес, кого будет приезжать, чтобы вы точно знали уже адрес, куда подъехать. Есть большая парковка здесь, напротив и за зданием. Смотрите, вон здание гостиницы, возле которой мы встречаемся. А вот буквально где происходит подача. Поэтому мы встречаемся возле гостиницы, чтобы было поближе и всем понятный ориентир с хорошей парковкой, потому что здесь припарковаться проблемнее. Ребята, вот составляется полная папка документов. Здесь вот все ваши справки, которые вы приносите, их нотариальные переводы, заявление, декларация. Вот, и подается в этом здании. Самое главное требование к документам, обязательно его учтите, чтобы документы не были заламинированы. Ламинированные документы не принимают румыны. То есть ламинат нужно срезать. Поэтому постарайтесь приносить документы сразу без ламината, чтобы мы сами его здесь не срезали уже. Вот смотрите. Когда вот вы сами заключаете договор, мы его записываем на подачу. Вот тут каждый день обновляются списки. Смотрите, сколько человек каждый день на подаче. Это сегодня примут вот 115 человек. В Будапеште каждый день, ой, в Бухаресте каждый день подается около 400 человек. Представьте, какой поток. Поэтому лучше, ребята, не затягивайте. Как можно быстрее подавайте документы все, записывайтесь. Списки на подачу документов в Сучаве вот сегодня, 18 сентября, 115 человек. Ну и вот после подачи всех документов вы получаете вот такой вот талончик с вашим номером ДОСАР, номером дела. И потом по этому номеру вы сможете отслеживать информацию на сайте, мы вам дадим ссылочку. Вот, то есть вся процедура буквально 5 минут, заходите, говорите «доброе утро» по-румынски, вам скажем, как сказать, и все, сидите, ждете. Люди быстренько проверяют документы и отдают вам талончик, все оригиналы, и вы с ними уже спокойно уезжаете, дожидаетесь выхода приказа на ваше имя.